Так, всем привет, друзья. Значит, нахожусь на гипермаркет Лента, Царский проспект, дом 2, узел экипаж ГАИ. Вот они, ребята, приехали. Сейчас будем оформлять всех автохамов. Не позволим нарушать правила дорожного движения. 12-19, часть 2. За данное нарушение 5000 рублей штраф. Вон, ребята, подъехали. Не является инвалидом? Что? Не является инвалидом? Не знаю, не мешает за ним. Вы не являетесь инвалидом? Нет. А вы меня хотите снимать? Ну, нарушаете. Я нарушаю, я же не отказываюсь от того, что я... Так, вот нарушитель не является инвалидом. Сейчас будет оформление по 12-19, часть 2. 5000 рублей штраф. Так, вот они еще. А вы не являетесь инвалидом, девушка? Девушка, инвалидом не являетесь? Товарищ инспектор. Добрый день, когда Андрей, пожалуйста, вот здесь ходи, пожалуйста. А вы не являетесь инвалидом, да? Не являетесь инвалидом? Так, девушка не является инвалидом, нет страхового полюса. Ну что, делать нечего, да, ставить? Да, конечно. Вы инвалид? Тут стоянка для инвалидов. Уберите, перепаркуйтесь. Штраф 5000. Если те, кто подъезжает, можно предупреждать. Конечно, можно. А те, которые уже давно стоят. Так, друзья, вот такие вот автохамы. Это парковка для инвалидов, вы знаете. Да, у меня тысяча инвалид, я просто перевожу ее. Значок он есть, я его еще не повесил. Да. За полтора года первый раз не подходит. А где все с вами? Сейчас нет. Сейчас с женой, просто я ее высадил. Да. 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 Да.
дома двое пилет, ну, два года проезжу. Ну, я просто теща, которая сидит сейчас, она еле стоит. Понятно, я знаю. Так, водитель не является инвалидом. Сейчас будет оформление по 12-19, часть 2. Это у вас. Здравствуйте, девушка, вы являетесь инвалидом под знаком стали? Добрый день, документы, пожалуйста, дайте. Добрый день, документы, пожалуйста. Добрый день, только не надо снимать, я вам покажу. А я снимаю нарушение. Вы только не забудьте вот это ваше говорить, хозяина. До вашего института приступили. Так, девушка не является инвалидом. Сейчас будет выписано постановление по 12-19, часть 2, 5000 рублей штраф. Ты мент? А? Ты мент? Мент. А? Мент. Нарушителей ловим. Ты мент. У меня справка есть от врача. Тем не менее, ну, грузи твои документы, давайте. Давай, справка обращается, у меня рука отвернута. Не пойдет? Нужна другая справка. Правильно? Розовая. Мы обошли в этот раз без эвакуатора. Я думаю, вам эвакуатор не нужен, да? Нет. Хорошо, когда на месте машина, да? Ну, я требую. Итак, барсетку нельзя бросить. Ну что? Результат есть, да? Работает. Хватит. Одно вот это освободили. Да, хватит, да? И та вся сторона, блядь. Сколько там штраф? Пять тысяч. Продайте, да? Да. Сколько штраф? Штраф 5000 рублей. Сколько? 5000 рублей. Штраф 5000 рублей? Да. Так, это инвалид. Ну, друзья, смотрите результат какой. Освободили парковочные места, вот. Инспектора пока здесь, никто не нарушает. Как уедет, опять будет нарушение. Вот такие вот автохамы на гипермаркете Лента.
как вот он инвалид. Вот экипаж ГИБДД. Инвалид, инвалид, не инвалид. Так, ну, друзья, навели порядок. Вот, смотрите, парковки пустые. Вот это инвалид. Ну, немного, но все-таки навели. Вот экипаж уезжает. Поехали на базу. Ну все, друзья, я считаю, на Гипермаркет Лента рейд окончен. Всем до скорой встречи.